Всем привет, с вами Пенни Пратс. И сегодня у нас понедельник, а это значит, что сегодня целых две новости. Сегодня начинается новый воскресный розыгрыш, который пройдет уже в это воскресенье 13 числа этого месяца, июня, ёптать, июня сего, в этот месяц идет, вот, в это воскресенье пройдет, принимает участие три лота, это вот этот вот ПП Бизон, Статрек Галилька и П90 Сцепление. Три лота будут разыграны в это воскресенье. Все, что тебе нужно, это быть подписчиком канала от одной недели и более, поставить лайк именно этому видео и написать комментарий под видосом минимум из 5 слов. Ну, а вторая новость — это старт челленджа, про который я вчера рассказывал на стримчике. И в чем же суть этого челленджа? То есть я сейчас рассказываю. На протяжении 30 дней на изи-дропе я буду каждый день депать по 250 рублей с разными там промокодами, может быть, без промокодов. Все, что я буду выбивать, то есть от 40 рублей и выше, я буду оставлять на сайте, я это не буду выводить. То есть на протяжении 30 дней я хочу посмотреть, удастся ли мне уйти в плюс, в минусе я останусь, вообще что произойдет. На протяжении 30 дней это буду выяснять. Ну а чтобы было как-то приятно вам за этим следить, наблюдать, поддерживать меня, по итогам 30-дневного челленджа я разыграю приз. Это будет 1500 и 250 рублей. Как этот приз можно выиграть? Тебе лишь нужно угадать цифру, которая по итогам 30 дней, то есть сумму, сколько будет стоить вот все вот эти скины, которые у меня здесь будут, сколько они будут стоить, то есть в течение там 30 дней, на какую сумму я навыбиваю. То есть если ты это сделаешь в первые 10 дней, то ты сможешь выиграть, в принципе, 1000 рублей. Если ты угадаешь, и ты будешь единственным, то ты выигрываешь косарь на киви без проблем. Если ты угадываешь от с 11 по 20 день, то это будет 500 рублей. Ну, если же ты угадаешь с 21 по 30 день, то это будет только 250 рублей. Если же никто не угадает, среди всех участников будет разыграна чисто символическая сумма, ну там... ну, пусть будет это сотка. Вчера говорил полтинник, но это будет сотка, короче, чтобы не было как-то обидно. В общем, если что-то будет непонятно, пишите, спрашивайте. В общем, под этим видосом нужно будет писать эти суммы. А я на изи-дропе, я начинаю крутить. Так, фрикейс у меня пока недоступен. Вот, но у меня доступен второй фрикейс. Начнем с него. То есть все, что дороже 40 рублей, я буду оставлять. Я ничего не буду выводить. Единственное, у меня сейчас жопа, ребята, жопа в том, что... я до сих пор не вывел свой вчерашний скин. До сих пор я не вывел. Я его буду все равно выводить, поэтому если будете писать... О, рентгенчик. Рублей 50, да, по-моему, стоишь? 23? Это серьезно? Серьезно? 23 рубля ты стоишь? А что ты такой дешевый? У меня какая-то, честно. Вот. Не знаю. Подешевел что-то. Ты очень прям как-то сильно. Ну что тут? Хрусталь? Да, конечно. Да, осадка, да, долетим. Базара. Все, весь сок пролетел. Ну ладно, хоть осадок за пятнашку. Вот, я вам показываю, что я до сих пор не смог его вывести. У меня здесь написано «Уточняем статус покупки». И это уже на протяжении 3 или 4 часов у меня вот такая херня висит. И я не знаю, что тут надо делать. Все, у меня статус покупки уточняется. По традиции начинаем со случайного засекреченного. Открываем один кейс, на все остальное открываем шурпу. Ничего другого открывать не будем. Смотрим, как выпадает скин здесь рублей за 50. Картель хороший, адское пламя. Да ладно. Ты дохуя стоишь, наверное. У меня никого дома нет. У меня просто открытое окно на улице. Я боюсь, если сейчас начну орать, блять, мне в окно какая-нибудь хуйня полетит. Хотя я живу на 5-м этаже. Я... Да, блять, я рад! Давай по 3. Охуенное начало, вот это превьюха охуенная получится. Я реально рад, блять, я рад, честно, сейчас еще две вот этих. Ну, какао это дешманские. А, нет, смотри, блять, нихуя себе. Пиздец, пацаны, чё? Слушай, если он меня все 30 дней будет так наваливать, я... Я хер его знает. Хер его знает. Вот. Я не буду, кстати, делать никаких апгрейдов. Я не буду делать никаких контрактов. Все апгрейды, все контракты будут делаться только на 30-й день стрима. На 30-й день стрима будут делаться все апгрейды, все контракты. Все. Вот, ребят, это вот такие условия. В конце стрима чекнем сумму, сколько там получилось. Единственное, что мне, блядь, надо удержаться
чтобы в течение 30 дней кто-то, сука, в дверь звонит, я хуй знает. Никого нет дома, идите нахуй. Я записываю видос. Вот кто-то как настойчиво звонит, как будто. Ну, я же сказал, что сейчас это, блядь, придут. Сейчас придут, блядь. В окно не кинули, в дверь нахуй. Ну, не в дверь, домофон звонят уже. Как они вычислили, что это отсюда кричали, я не знаю. В общем, отъебитесь, короче, не звоните, я видос записываю. Да хули сразу считай два косаря, блядь. Сразу считай два косаря с первого кейса дало, блин. Это я просто в шикардосе. Может не стоит выводить тогда этот, получается, а? Как думаете, ребята? Может не стоит выводить тогда эту, блядь, птичьи игры? Потому что он пусть так и висит, там, типа, Изич забаговался там конкретно, короче. Скины не отдает. Да ладно, три синьки, охереть, вот это да. Три синьки. Так, все, что дороже 40 рублей, я оставляю. Я напоминаю, все, что дороже 40 рублей, я оставляю. Вот. В общем, те, кто угадает, сколько будет скинов, ну, грубо говоря, вот здесь, вот инвентарь, сколько будет стоить по, на 30-й день, тот и победит. Вот и все. И чем раньше ты угадаешь, тем, соответственно, большую сумму ты сможешь выиграть. Бабки на кивас. Ну, поэтому, извини, ни на что другое я скидывать не буду. Не хватает до 40, извиняйте, продаем. Если у тебя нету киви, то киви заводи. Заводи кивас, это твои. Это нужно будет тебе, это нужно будет не мне, поэтому киви заводите. Ни на какие. Потому что бабки у меня будут на киви, с киви я и буду отправлять, поэтому давайте. Кивас. Так, сколько ролик? 6 минут. Еще, в принципе, можно подрочить черпакейс вот так вот помаленечку, да, то есть можно. Я, знаете, что-то такое не понимаю, почему какао-буйство такое дешевое стало? Давай 5 откроем. Почему какао-буйство стало стоить так мало? Я просто в ахере. Что тут? На 63 насыпало, да? Так. Ну, наконец-то, хоть этот сраный засекреченный что-то выдал. Что-то сраное это засекречено. Тигр будет охуереть. Ну, он сатен. Либо сатен, либо тридцатник. 43. Ну да. Я хотел сказать 43. А, подожди, я что, опять 5 открывал, да? Я открывал 5. Ну, давай еще разок 5 откроем. Только 3 видно, короче. Я вижу, что первая летит. Янтарный градиент за 69 рублей. Не, ну как бы поднаваливает. Поднаваливает, а что, поднаваливает. Так, ну тогда 4 открываем. Идем на понижение. 4, 3, 2, 1. Лесенка, обратная лесенка. Это как в подтягивании, короче, на турниках, короче. Там тянешься, подтянешься, потом. Сперва наверх, потом на низ идешь, там смотришь. Так, тут можно все продавать. Так, было 4, теперь открываем 3. 3, 2, 1, а потом посмотрим, что куда. Я просто как бы так открываю. По сути, если бы не челлендж, я бы уже тут все так, бамбук курил бы там. Аллилуйя, аллилуйя. Две. Курил бы бамбук сейчас такой бы там, так, эмочки бы радовался. Радовался бы эмочки там прям. Кайфовал. Ну, все, куда там. Сейчас в инвентаре уже на 3000 тут лежит. С этими, как там, разъяренная толпа или там птичьи игры. Хер его знает, что тут. Так, это же сейчас один у меня открывался. Один. Давай на повышение. Два. Посмотрим. Два. Ну, сейчас должно хватить на три. А вот хватит ли с трех на четыре, я не знаю. Я не знаю, хватит ли нет там. Ну, с трех открываем. Пятнашка. То есть это мне надо сейчас рублей на 15 тоже выбить скинов, чтобы... А, не, на чет... чтобы 4 мне не надо на 15 выбивать. 9. Да, хватает на 4. Ну, все. Ну, наверное, на этом все. Ну, в принципе, так-то подновытаскивал что-то более-менее приличное, да? Ново может хорошо стоить. Может. Блядь, нихуя себе! Я ебу Алибабу, блядь, нихуя себе. Блядь, можешь окно закрыть, а? Подожди, чё? А где ширпакейс? А, переместили с 3 сентября хоть.
Ёбаный в рот. И вот это начало. Вот это начало, блядь. Вот это я начал. Это неужели лесенка сработала? 5, 4, 3 там. Вот еще ужа на сковородке, и я прям сейчас охуею. Прозрачный полимер дотянул все-таки. Ух, ну что? Ну что, ребята? Вот эту вот штуку мы не учитываем. Продать все. 3 927. Вот без этого это 2 800, короче. 2 800 ровно. 2 800 ровно, D был 250. Охуеть. Подожди, 1500. Не, ну это не самый дорогой из ширпы, 1500, потому что там под трё... Сколько? Под двушку у меня скинчик там падал, да? То есть вот, ну, второй. Я, короче, доволен. В общем, ребята, если вы хотите меня поддержать, то, вот, используйте мой промокод, который сейчас вы видите на экранчик, да? Первый день челленджа состоялся. Условия там все в описании, читайте. Ну и хотите, если порадоваться, прожмите лайкосик там, типа, напишите приятный комментарий, да? Вот, и кстати, на 20-й день я вам расскажу. Я вам, даже не на 20-й день, я в воскресенье открою секрет. Что же на самом деле, какие же у меня отношения на самом деле с изидропом, и почему он так наваливает. И почему он мне так наваливает. В общем, ребята, на этом все. Всем спасибо. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока. До новых встреч.